COVID-19 – это ужасная проблема, которая может быть. COVID-19 может разрушить твое здоровье и позволить тебе многотемя микробами попасть в больницу, между прочим. Дашь? Не могу дышать, не могу дышать. Можно выйти из дома, но не выезжать на улицу, а просто гулять. Что не больно еще, хотя за ментальное наше здоровье давно бы пора дезинфицировать. Если ты хочешь выйти на улицу, надо обязательно одевать перчатки, маску и шикалку. Помощники фагоцитов, они их паят, а фагоциты, когда лейкоциты своими двухторчалыми палочками белыми выпускают их на микробов, фагоциты замечают опасную еду и глотают. Серьезное познание. 6 - 3 + 3 + 1 - 6 + 4 + 1. 10. Ты снова поела. 5. Дезинфицировать. Я делаю печеньки. Надо заниматься спортом, чтобы твои яйцепсы, трицепсы, квадротрицепсы и мышцы также стали сильными у тебя. И живот должен, и пресс у животика должен быть вот такой. Как у тебя? И такой. Покажи. О, есть. Вот такой. Будьте здоровы!